Так, это я, Насте дарю цветы. Я пришел в школу с цветами, но хотел подарить цветы учительнице, но встретил Настю и подарил цветы ей. Вот этому мальчику это явно не понравилось. Видите, какой недовольный? Так. Это я. Давайте познакомимся с моим компьютером. Значит, посмотрим, какие программы у меня на компьютере. Это Adobe Reader номер 9. Эта программа нужна для того, чтобы просматривать какие-нибудь инструкции к паспортам каких-нибудь фотоаппаратов, видеокамер, всяких там. В общем, она практически никогда не используется, там только рисунки или печатный текст. Но это вспомогательное. Это Internet Explorer. Так как, когда пользуетесь... Ну, я вообще интернетом не пользуюсь никогда практически. Мне она не нужна. Microsoft Office 2010. Вообще-то у меня совсем другой офис стоит. Но вот это почему-то здесь установлено. Не знаю зачем. Так, это Toshiba. Но это там все другие программы, которые шли вместе внутри компьютера. Вот теперь посмотрим те программы, которые я... устанавливал специально и умышленно. Amazon. Понятия не имею, что за программа Amazon. Bandicam. Это программа для записи видео и изображения с экрана. Это программа Corel Video Studio Pro X4. Здесь я записываю видеофильмы. Это программа Corel Draw 12. Существует уже 16-я, но вот у меня идея. Но я не пользуюсь, это карта города. Пользуюсь, и вот это программа сканера. Hewlett Packard. Это программа лазерного принтера. Это программа понятия не имею чего. Это офис. У меня стоит офис, вот видите, 2003 года. Я не ставлю... самые новые программы офиса, потому что они читают предыдущие, но их не может прочитать офис предыдущих версий. А у меня стоит 2003, меня, например, читают все. Хотя я не могу 2010 посмотреть. Но у меня и нет привычки читать чужие файлы, поэтому мои нате берите, читайте, но не переживайте, что я смогу прочитать ваши. Ну, не знаю. Ну, в моем офисе слишком много памяти требуется и много наворотов. Мне они не нужны, мне достаточно того, что есть в 2003. Наверное, это программа для записи видео, DVD-дисков, ну, там для копирования игр, всяких программ. Но я почти не пользуюсь этой программой. Вот это фотосервис, вообще не знаю, QuickTime, это еще одна программа для просмотра фотографий, видеофильмов. Scan, Soft, Optimal. Page of 12. Это программа, которой я пользуюсь, когда надо вот распознать текст, когда надо буквы из текста перевести вот набранный текст для Word. То есть окомпьютеризировать какой-нибудь вот печатный текст, который сначала сканирую на сканере. Очень хорошая программа. Ну, пользуюсь тоже очень редко. Skype я не пользуюсь. У меня нет интернета, чтобы пользоваться Skype'ом. Toshiba – это внутренняя программа компьютера. Toshiba – вот видео, еще одна третья программа видеоплеер. И игра – это игры, которые обычно и шли внутри компьютера. Ну, в общем-то, вот еще и юридический какой-то справочник, тут какие-то законы там про детей, что детям можно, что запрещено, до скольки можно гулять, спички можно, не можно, до скольки можно в футбол играть, можно ли там... мечом попасть в соседскую машину, и прав ли он будет, если он будет орать. Вот это значит содержимое моего компьютера. Ну, давайте еще попробуем посмотреть, что же у меня за компьютер. Сейчас я найду, где-то есть какая-то программа, в которой там написано, что у меня за компьютер. Вот у меня компьютер, на диске C у меня 149 гигабайт,
свободно, а на диске D 148. На диске C осталось свободно 23,8. На диске D вот полно 128. Есть у меня еще DVD-проигрыватель пишущий, который можно записывать. Ну что еще? Ну я диски почти не записываю. Вот. Ну есть еще у меня вот... Посмотреть бы, что у меня за компьютер. Что за компьютер, на котором я работаю. Вот компьютер, на котором я работаю. Кто это? А, это Настя. Это Настя, которой я подарил цветы. Значит, я часто пользуюсь программами, которые CorelDRAW. Часто пользуюсь программой Corel Photo Paint. Пользуюсь сканирующей программой. Вообще Corel есть 16, но он большой по размеру, и, в общем-то, нужды в нем нету. Ну, там одна-две новых фишки, но надо менять компьютер каждый раз. Меня устраивает. Пользуюсь калькулятором, пользуюсь вот Word, часто пользуюсь 2003 версии Corel Studio, создание видеофильмов. Блокнотом часто пользуюсь, Bandicam'ом вот сейчас пользуюсь, звукозапись, Excel, вот справочник недавно включал, и карту города включил. Вот это программа, которой я пользуюсь совсем-совсем недавно. Вот еще давайте посмотрим, что у меня за компьютер. Вот есть Paint, программа рисовалка, но она такая детская. Вот, еще есть... Вот в этой где-то здесь вот надо найти, посмотреть, что у меня за компьютер. Тут вот что за компьютер, которым я пользуюсь. Это не мой компьютер. Это я прихожу в интернет-клуб и сажусь за... Стол, который они мне дают, и вот это вот у них все назначено. Просто я прошусь все время за 7, потому что, ну, я привык, возле окошка можно смотреть на улицу. И эти программы в этом клубе на всех компьютерах установлены, но я привык вот этому компьютеру. Так, что за сведения о системе? О системе, так, аппаратные какие-то ресурсы, память. Так, что-то мы ждем. Наверное, системный администратор, наверное, отключил, чтобы посетители не могли смотреть, что за компьютеры. Что за компьютеры им предлагают. Ну, в интернет-клубе, когда приходишь, платишь за каждый час компьютера по 150. И сидишь себе час-два, час 150, 2 часа 300. Так, вот какие-то там графики моргнули, я там ничего не понимаю. Что это мальчик с этой прелестной девочкой? Так, кто-то недовольный? У мальчика как хорошо завязан галстук. Не, вы обратили внимание? А ремень отличный, так. Кого это он держит за руку? У Насти браслет есть, мама дорогая. Вот это Настя красит ногти бесцветным блестящим лаком. Вопрос, почему я Насте подарил 2 розы? Непонятно. Почему 2? 3 надо дарить. Блин, я вроде 3 покупал. По дороге, наверное, потерял 1 розу, получается так? Быть не может. Ну-ка еще раз. 1, 2. 2 розы. Да что такое? Невозможно ничего в школу принести. Обязательно куда-то исчезнет роза. Так вот эта женщина, мне кажется, это она виновата в исчезновении розы. Или это наша учительница? Я не помню, кто это. Так. Дети, так вот мальчик этот, он как-то, что-то у него ко мне какие-то претензии есть. Так, а это что там они объясняют? Что за язык жестов? Эта девочка тоже что-то
затаилась. Так, ну ладно, вернемся, значит, к Насте. Это Настя. Я подарил ей цветы, и она любит носить сережки с бирюзой. Причем одну.